Да. Вот смотрите, главный конвейер сборки. Здесь производится сборка карбюратора, корпуса, дроссель. Пойдемте тихонечко. Корпус карбюратора. Здесь ускоритель здесь, да? Да. Ладно, Все свои, смотрите, какой, какие они молодежь, молодцы, смотри, как четко собирают. Начни вот сейчас вот руками что-нибудь делать, то мы никто не сможем, они пожалуйста. Корпус дроссельных картонов. Смотри, сколько тут счет. Я вот начни сейчас собирать, вот что я соберу. Соберешь. А? 8 стаканов водки, может, соберу. Здорово. Ты покажи, как делают этот пакет, как собирает. Да, это же обалдеть можно. Смотри. Ну, так... смотри, что делают. Кошмар. Как она это все делает? А? Вот, пожалуйста. Корпуса. Готовый корпус. Готовый корпус бросить на трех. Собирают заслонку. Обалдеть можно. Сейчас. Покажите, покажите. Не спешите, как обычно, все делаете. Выключили. Включаем. Да вы ничего не говорите, все сделайте. Смотрите, только руки не пораньше. Хорошо. Кто беспокоится. Просто интересно, сам процесс сборки. Ох, готово. Все, отлично. Пойдем сюда. Двадцатка, седьмая с микрушкой, вот, карбюратор.
вас не видите. Вот смотрите, друзья, как здесь делают регулировку пусковых зазоров, воздушки. Помните, я вам говорил, пусковых зазоров зимой как делают? А здесь их делают, вот девчонки делают вот на такой карбюратор. Очень все просто. Да? Зазорчик готовый. И здесь сейчас вот этими раз смотрите. Крышки карбюратора. Вот, снимай здесь.
воздушную заслонку потом здесь одевают. Так, пойдем дальше. Вот. Одевается трубочку сюда, вот ставится и переходную, и иконостатную. Запрессовывается сразу контроль. И контроль сразу происходит. Вот поплавок. Смотрите. Крышка готовая. Готовые крышки. Контроль уровня сразу. Да, и пойдем туда посмотрим. Контроль уровня. Вот. Да, да, да. Тоже все посмотрим. Стенд для контроля уровня попал. Красиво.